Я натурально приветствую вас. А сегодня мы в Младой Полеславе, это город в 60 километрах от Праги, то есть в самом сердце Европы. Вот вы можете видеть чешские номера на машинах, это Чехия. И тут мы видим одну интересную деталь. Вот это поворот. Видите, ГОСТ советский, советская крышка от канализационного люка. То есть Европа до сих пор продолжает использовать изобретения и достижения Советского Союза. Да я вам больше скажу. Весь вот этот вот квартал построен был во время СССР. И был построен советскими людьми. Так что те, кто категорично против Советского Союза, справедливости ради, должны будут отказаться от всех достижений и изобретений СССР. Ну, а с вами был Мудзо. Ставьте ваши лайкосы, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажать колокольчик.